Привет, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Наталья. И сегодняшний мой обзор будет посвящен коллекции осенних аксессуаров. Мы с вами посмотрим на прекрасный шарф. Новинка в 13-м каталоге. Можно его купить, еще можно купить. И можно будет купить в следующем 14-м каталоге, если вот он вам сейчас понравится. А мы его посмотрим, расцветку. Поэтому вы можете еще успеть купить, обновить свой гардероб красивым шарфом. Подписывайтесь на мой канал, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать полезные видео, обзоры, с которыми я с вами делюсь, показываю свои покупки, что я покупаю в том или ином каталоге, что мне нравится, чем я с удовольствием пользуюсь, я делюсь с вами. Поэтому не забываем, подписываемся на мой канал, оставляйте обязательно комментарии, мне очень интересно их читать. Пишите, что вам понравилось, что вы покупаете. Итак, давайте посмотрим. Итак, шарф, код у него идет 42634. Цена у него со скидкой 799 рублей. 799 рублей. Все, шарф с растительным принтом. Написано, материал, из которого он изготовлен, это первичный и переработанный полиэстер. Вот так он идет упакованный. Такой вот он. Растительный принт. Сейчас мы его с вами откроем и посмотрим. Шарфы большие. В Oriflame большие, мягенький такой. Вот он как раз идет, опять-таки, значок, да, бутылка, пластиковая бутылка, что 30% этого шарфа идет из переработанного пластика. Здорово, правда? Вот бутылки пластиковые выбрасываем, мусор, и как раз-таки он идет на вторую жизнь, например, вот вещи. Вещи, которые делает аксессуары, которые делает наша компания. Здорово, мягкий такой, слегка даже шелковистый, я бы сказала, шарфик. Размер у него 190 в длину и 90 в ширину. Очень большие шарфы. У меня есть еще одно видео по шарфу, я вам показываю. Там другая уже расцветка, идет акварельная расцветка, теплая. Цвета такие теплые, акварельные, осенние. А это вот холодные цвета, видите, бирюза. Бирюза сейчас очень модная осенью, такая в тренде, очень популярный цвет. И если посмотреть коллекции модных дизайнеров, то бирюза, она действительно лидирует. Красивый цвет, прекраснейший цвет. Посмотрите, действительно, вот такой растительный у него принт. Веточки такие, вот если рассмотреть его более-менее так вот, да, поближе, скажем таки, да, вот веточки, на нем вот она, веточка, лист, листья, и вот такие размытые растительные, но растительный принт, да, веточки, листики, листочки, вот такой вот расцветки. Огромнейший шарф, 190 сантиметров, можно его на несколько раз, как вот я, например, его делаю, можно носить его как палантин, просто накинув на плечи, можно носить его как палантин, так вот, потому что он, посмотрите, он действительно огромный, вот всю спину он закрывает, вот так вот его. Все. Вот, например, вариант, если вы любите носить как палантин. Посмотрите, какой он красивый. Да, расцветочка холодная, но вот эта бирюза, она очень красивая. Цвет такой красивый. Бирюза тут фиолетовый, пурпурный. Да, вот он пурпур такой идет. Красиво. Мне очень нравится. Я, например, их сворачиваю и каждый раз, иногда даже на дню несколько раз, если я иду, я, например, поверх куртки, поверх пальто, могу сначала один шарф утром, в обед выйти в другом, то есть в зависимости от настроения. Я его, например,
ношу такие шарфы, как снуд. Берем вот так, окутываю вокруг шеи. Можно большое кольцо сделать, можно маленькое. Видите, какой вот он? Он большой. Все, вот окрутили мы его вокруг шеи. Все, вот так вот он у нас висит. Посмотрите, красиво, оригинально, красивый цвет. Очень красивый тут. Можно поиграть вот с этим, с пурпурным, с розовым цветом. Да? И он, понимаете, он освежает лицо. Вот эта бирюза и пурпур, они освежают лицо. Вот, казалось бы, холодные, да, оттеночки, но как вот лицо начинает сразу по-другому, придает такую свежесть лицу. Красивый шарф, красивый. Поэтому, если вы еще думаете приобрести его себе или не приобрести, вот так он в каталоге выглядит, я думаю, что вот шарфов много не бывает, таких вот аксессуаров много не бывает, поэтому я с удовольствием себе купила как тот акварельный. Сейчас вот, например, подсказка будет висеть, и до этого я ее выкладывала, посмотрите на моем канале, есть видеообзор по нему, так и этот. С удовольствием буду носить, мне он очень нравится, прекрасный вот шарф-палантин. Все, у меня... Все по этому обзору. Надеюсь, я вам помогла сориентироваться, посмотреть по цвету, какой он интересный, большой. Надеюсь, вы приобретете его также и будете носить с удовольствием, как и делаю я его. Поэтому у меня на сегодня все. До новых полезных обзоров. Буду рада видеть вас на своем канале. Оставляйте в комментариях, понравился вам шарф этот с этим принтом, как он вам... Понравился, не понравился, оставляйте свои комментарии, я с удовольствием их читаю. Поэтому до новых встреч, друзья. Пока-пока.